саженцы барбариса, тунберга, грин орнамент, грин орнамент с компактной кроной и округлой формы вырастут до 1,5 метров в высоту. Взрослые растения имеют зеленые листья, в процессе распускания они окрашены желтым. Осенью саженец меняет цвет на коричневатый. Плоские желтые цветки грин орнамент превращаются в съедобные красные ягоды. Основным достоинством растения, наряду с устойчивостью к морозу, является способность переносить отсутствие влаги. Срок жизни растения – 50 лет, ежегодный прирост – 10 см. Каждый год крупномеру необходимо удалять слабо развитые побеги. Барбарис тунберга грин орнамент – это кустарники высотой 120 см, диаметром 150 см. Цветет растение в месяц май. Аромат у цветов слабый, окраска цветка желтая. Лист растения по форме округлый. Весной листва по цвету светло-зеленая, летом листва зеленая, осенью листва желтая. У растения есть шипы, форма у плода эллипсовидная, цвет плода светло-красный. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.